Всем привет! Сегодня наш видос будет про посылку. Посылку с китайского магазина AliExpress. Так, вот посылочка пришла, как вы видите. Наверное, откроем ее сразу, без всяких прелюдий, без ничего. Так, и посмотрим. Ну, я примерно понимаю, что пришло. Ждал, конечно, другое. Хотелось, конечно, получить в первую очередь другое, но пришло это. И очень странно, оно пришло очень быстро. Товар пришел очень быстро, я вам скажу. Вот. Так. Тихо. И у нас... Что у нас здесь? Та-да-дам! О! Так. В пакете показываю, ничего нет больше. Все, пакетик пустой. Здесь у нас вот так вот упакована она. Все в скотче. Так. Так. Небольшая интрига. Ребятушки. А нет. Вот. Вот. Вам, наверное, непонятно, что это. Ладно. Не будем вас томить. Наверное, слышно? Да, ребят. Это мышка. Вот такую вот. Слушайте. Интересная такая оригинальная мышка. Наверное, вам видно всем. Такая вот, здесь такой матовый, классный этот, покрытие вообще классное такое. Для чего взял, сразу скажу. Надоела мне проводная мышка. Куча проводов, это адаптер, как вы видите. Вот. Так, наверное, мы сейчас с вами сразу... Сразу с вами проверим. Так. Для этого я, видимо, как знал, в фикс-прайсе купил вот такую фигню. Тут целую ленту батареек. Как чуял, что надо взять. Так. Хопс. О. Все. Сразу заработал. Все нормально. Так. Все. Блин, руки, кстати, удобные. Очень удобные. И все заработает. Это вам, наверное, видно все. Все работает. Самое интересное, вот смотрите, она, если даже я ее купил для ноутбука, и удобно ее будет. Только, конечно, надо что-то придумать какой-то. Ну, я в пакетик буду убирать. Если так вот куда-то переносить, то она хоп, складывается и становится миниатюрной. А, кстати, как только сложил вот так, она выключилась. Интересная штука. Вот пакетик убрал. В чемоданчик. И все. И поехали. В принципе, все удобно. Но, видите, сразу заработало. Закрываем. Вот смотрите. Все, она уже выключилась. Только открыли, все, она заработала. Очень удобно. Неудобная мышка. Я, конечно, в отзывах читал, что она типа в руке лежит. Неудобно. Не знаю, по-моему, все удобно. Все красиво. Спасибо китайскому магазину. Подписывайтесь, ставьте палец кверху.